Добрый день, Полтава. По предложению моих друзей в соцсетях я немножко пройдусь по городу и покажу вам, как кто чистит, борется со снегом самостоятельно. Ну вот, Альта Мода. Видно, что чистили, но сегодня еще они не начали работу. Вот такая вот организация на центральной улице. Не чищено и не думают даже этим заниматься. Здесь чистенько. Нотариальная контора. Фотоэкспресс. Вижу человек с лопатой. Здесь красиво все. Но будем идти смотреть дальше, что происходит. И где кто как. В человечий одях. Тоже вижу чищено. Приведено в порядок. Ну, возле бруснички тоже более-менее аккуратно. И стояночка почищена. Ну, идем дальше. Мы тоже все идеально. Приведено в порядок. Ну, и дальше я вижу по улице Дмитрия Коряка. Чисто. Тротуары пробиты. Дорога тоже почищена более-менее. Там машины идут. Ну, вижу вот Коряка 3. А дорога, тротуар тут вообще не тронутый. То есть как протоптано, так и остается. И подъем тут на лестницу, то же самое. Здесь не прилагали никаких усилий. Здесь тоже вижу почищено. Почищено прекрасно. Пробиты проходы с дороги. Чисто. Кстати, парк тоже почищенный, похоже. Вижу, тоже мужчины чистят. Мегабанк. Ну, не везде. Но здесь еще не сдано в аренду. Но проход пробит. Но не почищено немножко. Но это мелочи. Я думаю, эти мелочи решаемые. Ну, в основном здесь чищено то же самое. С утра. Подходы. Все почищено. Насколько было возможности проезжать. Часть стоянка тоже почищена. Здесь тоже подметают кругом, приводят все в порядок. Тротуары чистенькие. Проход дороги. Идем дальше. Стомат-поликлиника. Идеально все. Здесь Лукас. Максимум. Везде вокруг себя почистили. Прекрасно приведено в порядок. Ну, частично. Какая-то организация. Здесь не чищено вообще. То есть как протоптано, так и остается. Тоже здесь идеально все почищено. Показательно, скажем так. Здесь вообще все красиво. Возле себя, да, прекрасно все почищено. Но трошки не дочистили, конечно. Ну, по каким причинам? Из своих соображений. Но возле них, да, вход идеален до плитки. Гранд Маркет. Тоже вижу, женщины подчищают. Постоянно поддерживают. Тазкомбанк. Да, да. Жаль, без лопат. Лопаты были с утра. Видя, как почищено. Видим. Единственная дорожка, которая почищена. О, даже вот акцентирует внимание. Дорожка к машинам туда, к проезду. Спасибо. Красиво все сделано. Глеб Булочкин. Тоже чисто, аккуратно. Королевство. То же самое. Аккуратно приведено все в порядок. Славутая сказка с химчисткой. Здесь тоже аккуратненько, все чистенько. Проход свободный.
пепперончино. Тоже аккуратно, все широко. Но здесь приезжают клиенты некоторые, которым негде было бы стать. Поэтому, наверное, так все и происходит. Мама мила. То же самое здесь прибрано возле них. Свободные проходы. Аккуратно, я считаю, что вполне приемлемо для такой погоды. Но вижу, там дальше тоже вроде бы почищено. Даже чистят на данный момент. Вижу, тоже везде почищено. Кстати, остановка тоже почищена под асфальт, под плитку тротуарную. Вон, вижу, тоже человек с лопатой. Несмотря на то, что закрыто, я вижу, но чисто, убрано. Здесь чисто, радиоком. Везде чистенько, аккуратненько. С собанком небольшая проблемка, я вижу. Здесь для людей с ограниченными возможностями скользко. Здесь сделан вот такой... Вот такая лестница. А с той стороны, конечно... Ага, там можно пройти. И там тоже почищено. То есть везде почищено, приведено, все доступно. Причем легко доступно. Но идем дальше. Вот я вижу здесь. Здесь вообще не почищено. То есть мегабанк, похоже, здесь уже не работает. И поэтому сюда как бы никто не ходит. Здесь подвальное помещение, свободный доступ, почищено. Везде почищено, ну, тут почищено. Тут почищено в основном, это борьба за клиента. Если клиент не сможет зайти, то он не будет покупать и тратить деньги. Но тоже немаловажно это. С лопатами чистят, 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 приводят в порядок прилегающую территорию. С лопатой. Вижу человека с лопатой, чистит. Снега, конечно, много. Здесь даже вот так лестница сделана. Но приводят в порядок, не стоят. Каштановая аллея. Неизвестно, работает ли, но проход пробит. Немножко вот такая вот ситуация. Возле дверей прочистили, а тут, наверное, дворников ждут. Но у каждого свое в голове. Вот мережа кондитерских. Смотрите, чистенько, аккуратненько, полностью. Есть куда зайти. Ломбард, то же самое. Компьютерной техники. Ну, не знаю, может быть, это мачете почистили. Но здесь то же самое. Подход свободен. Здесь чисто, аккуратно. Вижу лопаты наготове за витриной. Камелия магазин. То же самое. Здесь чисто. Лобинский, чисто. Молоко. Торговая сеть известная в Полтаве. Как-то, я не знаю, может, где-то и не чищено, но везде возле магазинов скрупулезно дотошно почищено. Приятно это отметить. Остановка 5-я школа, тоже все почищено. Возле магазина вон широкий проход. Лобник, я вижу, женщина. Чистит одна лопата, вторая лопата, по-видимому, кто-то отошел. Все приводится до тротуарной плитки. Все приводится в порядок. Наш активно борется со снегом. То же самое, но проблема автостоянки в этом районе остается как прежде.
Но надеюсь, что здесь почистят. Наши социал-демократы полтавские тоже свой офис привели в порядок. Ну, стояночку, правда, не сильно почистили для одной машины. Но общая картина приличная. Офис доступен. Тоже промпроект. Вообще идеально все почищено. Стоянка. Все красиво. Юлиса. Все красивенько. Ну вот здесь магазин зачинен, но не рабочий. Магазин Непоседа тоже аккуратно. Подход сделан. Ну здесь какой-то нотариус решил не работать. И явно не почищено, и здесь не прочищено. Конечно, слабенько. Возле цветочного магазина новый магазин, напротив базарчик открылся. Но дальше вижу, возле банка работы идут. Мужчина мы видим с лопатой, вторая лопата. Проходы от машин пробиты. Чистят, чистят. Вижу, тоже почищены дорожки везде. Тротуар. Я иду по тому тротуару, где меньше людей ходит, но несмотря на это, почищено. С той стороны явно почищено, но там... Я вижу, даже вообще дорога для подвоза продуктов почищена. То есть здесь все отлично, даже можно сказать. Здесь подходы тоже приведены в порядок. Борьба за клиента, но тут неизбежно такие вещи. Осторожно, скользко написано, предупреждение. Самое идеально все причем. Вот там вижу тоже люди борются со снегом. Активно причем. Ну, что я могу сказать? Мое мнение, если кому интересно. Большая часть города все-таки чистится. Чистят люди прилегающую территорию, несмотря ни на что. Как в мое детство, как в былые времена. Выходят спокойно. Ни от одного из них я не слышал скандала, что вот никто не чистит, приходится самим чистить. Много поговорил с людьми, спрашивал. Ну, на камеру люди стесняются разговаривать. Но, в общем, картина не так уже и плоха, как хочется показать ее некоторым. Некоторые видят только плохое, но это их проблемы. А я вижу хорошее. Люди выходят и с непогодой, со снегом просто борются. Но так случилось. Хочу поделиться воспоминаниями с вами. Ровно год тому назад на вот этом участке улицы Артема Петлюры, да, сейчас, около 2 часов я лично с небойдужими прохожими вынимали целую кучу машин. Около 2 часов мы тогда здесь бегали, выталкивали. Все вот это было до перекрестка. Тут месиво, каша была такая, что не дай бог. Машины не могли ни проехать, ни развернуться, ничего. Но на данный момент картина такова, что машины свободно перемещаются. Я знаю, что тут некоторые скажут, мне это не интересно. Факт есть факт. Год тому назад было здесь плохо. Сегодня здесь вот так вот. Перекресток Шевченко, Артема, целая бригада, они, видать, на ходу очищают перекрестки.